Патриотизм не возникает сам по себе, его нужно воспитывать. Большую роль в этом деле играют клубы. Один из тех, что занимается патриотической работой, создан совсем недавно и начал воспитание молодежи с практических занятий. На Майкопском аэродроме десантники покажут молодежи пример мужества и патриотизма. А те, кто посмелее, смогут и сами пройти воздушное крещение, совершив прыжок с парашютом как минимум с высоты 600 метров. Прыжок – это не игрушка, поэтому прежде чем открыть парашютный сезон, все должны пройти двухчасовой инструктаж. Сразу лицом на солнце, ветерочек сейчас. На задних свободных концах у вас стропы управления находятся. Пока Ван-2, как еще его называют в народе кукурузник, загружается первая группа. Новички, для кого это будет первый выход в небо, собираются с духом. Мы запомнили, как выпрыгивать из парашюта, в какой позе мы должны приземляться, и все это испробовали на манекенах. Самое главное, наверное, что надо, это не забыть расчехлить запасной парашют, иначе с тебя штраф. Первый пошел, второй пошел и примерно 180 секунд свободного полета. Опытные десантники в этом случае говорят о романтике неба. Какие же впечатления у тех, кто прыгал в первый раз? Ощущения очень классные. Выходишь в самолет и сразу хлопок, это было самое страшное. Ну, открывается парашют, основной купол. И ни о чем не думаешь. Самый последний момент вспоминаешь, что нужно вытащить шнур запаски. Но по словам председателя одного из патриотических клубов Союза десантников России, который основался всего пару месяцев назад, это мероприятие проводилось не только ради ощущения, а с целью патриотического воспитания из ребят будущих защитников и патриотов. У нас есть команда стрейкболистов, стрейкбольное оружие. Отрабатываем тактику, ведение боя, чтобы, как если, допустим, попал человек на боевую операцию, чтобы правильно себя как нужно вести, короче. Физподготовка, все вот в таком духе. В общем, подготавливаем молодежь к армии. С подростками будут проводиться не только тренировки, но и беседы, чтобы рассказать, как почетно служить в воздушно-десантных войсках и носить голубые береты. У десантников есть свои традиции. И одна из них – посвящение новичков. Три. Хорошо, 502, 503, кольцо. Наталья Колесникова, «События и люди».